На палетках КСУП «Агракамбінат Холміш» працюють 10 комбайнов. Механізатори повинны убрать 3000 гектаров. Коли на дворе не будет перешкоджать, это отримается сделать приблизно за 2 тыдни. У сегодняшний день тут намолочивают до 900 тонн. Коли часом идет дождь, то эта лишба снижается у нескольких разов. Зараз уборочная проходит на площадях, которые крыху потерпели у вынику засухи. Тут отримливают 43,7 центнеров с гектара. Але коли фронт работ переместится на иншие земли, урожайность повысится до 50 центнеров. Весна была затяжная, длинная, долгая. Плохо для нас было то, что у нас она была засушливая. Вот везде шли дожди, у нас практически за 3 месяца хороших дождей не было. И вот это сказалось и на развитии растений. Ну, чтобы так сильно сказалось на урожайности, я думаю, что получим мы не меньше, чем в прошлом году. Мы так планируем, и виды на урожай показывают. Ну, все зависит еще от погоды. Если не будет никаких катаклизмы, изменений, я думаю, урожай мы получим и вал зерна не меньше прошлого года. Некоторые земли потерпели у вынику засушливой весны и у колгасе 50 годов кастрычника. Однако на планы господарки это не поуплывало. Тут уверены у добрых перспективах уборочной кампании. Урожай плануют не меньше за минулогодний – 7000 тонн сбожжа. Этого хопить, как забеспечить живелогадовлю якостными кормами и реализовать зерни у кошт держзаказа. Усяго на комбинаты хлебопродуктов региона необходимо поставить 770 тонн пшеницы, жита и овса. Задача будет выполнена в ближайшие дни. Которую получим, хватит для того, чтобы рассчитаться или продать необходимое количество государству. В настоящее время большое количество мы отправляем на хранение на комбинаты с той целью, чтобы в дальнейшем с него сделать комбикорма и мы используем для своего животноводства. Агульный намолот господарок региона зараз складая каля 50 тысяч тонн сбожжа. Треть областного каравая забеспечили рэшыцкие аграрии. На их палетках отзначена и самая высокая средняя урожайность – 33 центнера с гектара. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Рэшыцкий район.